Пиратки, всем привет-привет на канале Пиратская жизнь. Слушайте, не снимаю себя, потому что, ну, стою немножечко голенькая. Я вам хочу просто показать то, что у меня на весах. Девочки, это капец, это капец. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Смотрите. Встаем на весы. Встаем на весы. И что же мы видим? Нет, мы не это видим. Только что было 93 800. Секунду. Что за фигня? Так, камера 200 грамм, что ли? Ну ладно. Ну короче, сейчас только что было 93 800. Ну короче, ладно. Окей, окей, ладно, 94. Все, давайте еще раз ставлю. Все. Блин, только что было 93 800. Ну как так? Эх, чудо не случилось. Но тем не менее, тем не менее. Пойду в туалет схожу. О, во-во-во-во-во-во. Вот. Все-таки, знаете, в туалет сходить это полезно. Вот, 93 800. Ура! 93! Девчоночки, девчоночки и мальчишечки, вы только посмотрите на эти косточки. Несмотря на милое личико, я похудевшая красоточка Ниночка. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Короче, девчонки, худеем, худеем, продолжаем. По чуть-чуть, потихонечку. Ура, сегодня увидела новую цифру. Всех с 1 ноября. У нас сегодня 1 ноября. Вот, у нас сегодня выпал снег, долгожданный снег. Вот видите, я наконец похудела, еще больше снег у нас выпал на улице. Да, снег лег. Ну, конечно, такой не очень внятный еще, потому что полуплюс, полуминус. Но вообще уже МЧС оборались, что все, капец, дома сидите, там гололед, поменяйте и так далее. Мы прям как знали, вчера поменяли колеса. Ну, в смысле. Переобулись. Так. Какие мы молодцы, какие мы. Слушай, Вован умеет гуглить, я же сказала. Вован у меня гугль. Гугль. Вот так. Ну что, девчонки, планы на ноябрь, декабрь. Это скинуть 4 килограмма, чтобы уже точно было меньше 90 килограмм к Новому году. Вот, чтобы прям вот в первые числа января я вошла в весе меньше 90 килограмм. И тогда будет в общей сложности около 30 килограмм за полгода, представляете? 30 килограмм за полгода, это прям... Я смогу же там курсы там отделать, там курс один, курс другой, понимаете? Обалдеть. Чё? Я смогу делать курсы, девочки, да-да-да. Курсы, как я похудела, не особо страдая. Похудение без страданий. Вот. Вот. Знаете, это вот прям реально, вот похудение без страданий. Я прям так довольна. Сейчас, узнаете, по чуть-чуть, потихонечку. Да, конечно, первый месяц у меня там прям резко слетела там десятка. Там каждый день отвесы были буквально. А вот сейчас, да, они как бы, ну, так чуть-чуть-чуть падает. И знаете, кстати говоря, опять же повторюсь, худею-то я не из-за того, что там какие-то уколы, таблетки, там еще что-то. Девочки, в первую очередь мы худеем из-за того, что у нас есть дефицит калорий. И даже если вам кажется, что я как-то ем не то, или ем не это, да, вам кажется огромные порции. Но если я худею, понимаете, значит у меня есть результат, значит у меня есть что-либо. Понимаете, вот. То есть я что-то такое делаю, значит действительно испытываю дефицит калорий. Вот так. Та-та-ра-та-ра-та-та-та-ра-та-та-ра-та-ра-та. Ну что, вот так вот я худею, да. И в туалет, видите, как хожу, по 200 грамм за раз. И это только пищу. Вот так вот. Все, короче, ржака, 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 ржака. Так, короче, короче, хочу хлеба. Вот хочу и все тут. Вот такой вот сырно, чабату, а еще луковое очень вкусное тоже. Луковый, ладно, завтра суп оставлю. Сегодня будем делать суп, все-таки сварим. Все-таки надеюсь, что мы сегодня сварим суп. А сегодня нарежу чабатку. Кстати, может быть сделать это бутерброды с красной икрой. Хорошая мысль.
Хорошая мысль. У меня есть хорошая баночка. Я вот что-то думала, может, к Новому году оставить. Хотя я думала, а что такого? Хочется икры, надо ее есть, правильно? Правильно. Правда, боюсь, чабата с сыром как-то не очень завершает. Может, я просто порежу? Я вот просто хлеб хочу, понимаете? Просто хлеб. Так, а икра у меня до какого она, кстати, вообще? Она у нас до... Она с 22.04, а срок годности... Не более 12 месяцев при температуре. Ну, короче, она до Нового года спокойно доживет. Пускай пока стоит. Пускай пока стоит. А, у меня тут хотел еще, смотрите. Вчера взяла онигири. Вот такие вот прикольные. Онигири. Вот. Икра у меня тут все есть. Так, надо паштет доедать. Сыр. Курочка. Мою дурочка. Сейчас что-нибудь наваяем и яичницу сделаю. А я себе одного яйца. Ну, кстати, там вчера понравилось, знаете, вот это булькать вот это вот в яйцо, вот это хлебушка. Вообще тема. То есть такая радость, такая прям счастье, что вот, когда ты худеешься, просто прям, знаете, испытываешь какое-то прям удовольствие. Честно, я никогда не думала, что я худею. Вот, знаете, вот до этого года я думала, это просто нереально. Это вот, ну, вообще... Чтобы я и похудела, да вы что, не. Я еще, знаете, вот у меня было это постоянно 114, да, то есть вот давно смотрю, я постоянно говорила, что у меня вот вес зафиксировал 114, потом у меня он как-то так плавненько перетек до 115, потом плавненько перешел до 116, я для себя так успокаивала, ну вот так, понимаете, немножечко поменяв свой образ жизни, немножко, да, все, процесс пошел. Я стала больше двигаться, мне прям в кайф. Я помню, когда мы первый раз пошли вот этот марафон, всю Покровку, потом пешком домой, я пришла, я устала. Сейчас для меня вот это пройти, это просто прям, я говорю, давай еще раз, а давай еще кружочек. Понимаете, я думаю, что мне даже мало этого. То есть выносливость очень выросла. Прям кайф. Какой вкусный хлеб. Прям хочу так взять, блин, съесть её. Вкусно. Только это не шабата. Это просто какая-то лепёшка. Съешь. По вкусу шабата, она должна быть такая воздушная. А тут она не воздушная. Ну, вкусная. Это соленько. С супом хорошо. Может, пельмени сделал? Нет. Пельмени хорошо. Пишем хорошо. Ставим на завтра. Много хлеба не надо. Да. Или может так ее оставить? Я, наверное, так оставлю. А бутерброды сделаю с другим хлебом. С черным. Я хочу паштет просто вот. А этот хлеб съесть. Хочу хлеба. Вот хочу. И кто мне что скажет? Никто мне ничего не скажет. Хочу, значит съем. Паштет. Он у меня как раз на парочку остался. Даже не на парочку, на троечку. На три бутербродика. Сейчас как раз сделаю. Три небольших бутербродика. Честно, я же одна только сегодня съем, потому что я нарезаю. У меня сегодня чипмил. Так, знаете, вот стоит лес, прыгает вверх-вниз, потом как раз упадет. Такое, вау! I feel good. I wear it so good now. So good. I wanna you. I feel good. I wore as I would now. So good. I wanna you. Кстати, я сейчас посмотрела, у меня приложение, я, короче, записываю. Короче, с августа я похудела на 10 килограмм. То есть, считайте, август, сентябрь, октябрь. То есть, за 3 месяца у меня получилось 10 килограмм. Вот, до этого как бы вот еще активнее было. Вот.
А это что значит? А это что значит? Это 3 килограмма в месяц примерно. Ну, я говорю, это нормально. Даже я говорю, если я снижу, понимаете, если я буду хотя бы там килограмм снижать, это уже хорошо. То есть я все равно, я не толстею, я чуть-чуть, но скидываю. Потому что, прикиньте, вот месяц, да, месяц килограмм. В году у нас 12 месяцев. Если каждый месяц я буду скидывать по килограмму, это уже 12 килограмм в год. Ну, а чтобы скинуть килограмм за месяц, это, в принципе, ну, чуть-чуть, может быть, себя ограничивать, и все. Немножечко, понимаете? Понимаете, я испытываю чуть-чуть небольшой дефицит калорий, но при этом я сохраняю полностью свой рацион, как я хочу, да? А как я испытываю дефицит калорий? Во-первых, я двигаюсь очень много, да? То есть каждый день я стараюсь подвигаться, походить. Даже вот по таким торговым центрам я хожу постоянно там, да? То есть, вот я говорю, давай вот накрутим. Мы вчера еще просто без камеры еще пару кругов накрутили просто по торговому центру. Вот. А это же тоже движение, понимаете, это тоже хождение. А вот. Во-вторых, я говорю, я сейчас не ем майонез практически. То есть крайне редко встречается. Если я суп там ем или еще что-то. Или там салат всегда только с маслом. И то маленькое количество масла. Раз. У меня вот сметана появилась в доме, хотя до этого ее не было. Два. Дальше, что у меня тут еще такого интересного? Я перешла вот, например, с копченой какой-то колбасы. Я практически вообще не ем. Она вот такую вот грудку, да, пускай тоже копченую, но грудку. Это уже о чем-то говорит. Так что способов, знаете, похудеть-то очень много. Просто все состоит вот из вот этих вот мелочей. Когда ты лишний раз там, когда вот сегодня вот, например, у нас погода не очень, вот говорят, давай дома сидеть. Я говорю, нет, пойдем куда-нибудь ходим. Хоть немножечко пройдемся, хоть вокруг дома там или еще чего-нибудь. Понимаете, просто встать, поднять свою красивую попочку и пройтись. И все. И вот потихоньку, полегоньку все идет оно. И вот из этих мелочей все и состоит. Все вот эти похудения. Нет какой-то волшебной таблетки, нет какого-то волшебных уколов. Все эти уколы и таблетки, понимаете, они не для этого. То есть, во-первых, для начала нужно всегда проконсультироваться с врачом. Нужно наладить все свои процессы в организме, да? То есть с гормонами поработать. Я же ходила к врачам, понимаете, я же и гормоны сдавала, и все сдавала. Чего вы мне тут говорите, что Аня по врачам бегает? Да, я бегала по врачам. Да, я сдавала кучу анализов. У меня сколько крови взяли вам. Вот. Наладила все свои процессы, да. Пью определенные витамины и прочее, которые мне назначил врач. Понимаете? Все. И процесс пошел, процесс наладился. Организм сам встал на вот этот процесс похудения. Все. Когда ты вот что-то от такого хочешь, от другого хочешь. Разноображиваю свой аппетит. В смысле, не аппетит, а не. Аппетит тоже. Разноображиваю свой рацион постоянно. То есть то одно ем, то другое. Вот вчера, например, хотела мороженое. Пару ложек съела. Вот у меня оно передо мной стоит, я его уже, я не хочу. Вот. А, как я понимаю. Посидели, кефирчику выпили. На ночь. Все. Даже вот, например, сладкое, когда ты хочешь, вот, по одной штучке. И все. А where is our wood now? So good, so good, I love you. В общем, все просто, все гениальное просто. Просто нужно каждый день работать. И на самом деле, знаете, всегда, когда ты хочешь добиться результата, это труд ежедневный. Это не просто вот так вот, я один раз... Что-то там, знаете, вот, как многие любят, там, знаете, голодание там или еще что-нибудь. Быстрый результат. Все хотят быстрый результат. Но, как правильно вам говорят, быстро только кошки родятся. Ну что? Если ты действительно хочешь какого-то добиться результата, это ежедневный труд. Это ежедневные отказы от чего-то. Я вот чипсы ела поначалу, меня отколбасил. Сейчас вот я прохожу спокойно мимо них, и все. У меня даже не торкает. Совершенно. Эти чипсы. Они мне неинтересны. Стали. Я с
скажем так, с большим удовольствием съем яблоко, нежели чем каким-то чипсом. Так. Курица или еще? Нет, курица надо есть. Я начинаю тоже парочку кусочков отрежу. Бананы. И сырочка. Так что вот так. Ничего, каких-то секретных технологий нету. Ежедневный труд и ежедневная работа. Да? А то, что вы видите порции, ну сколько раз я говорила, знаете, вот обычная тарелка, вот обычно. А если вот так вот ее сделать, смотрите, о, и вот еще на перспективе, вот я издалека, а вот тарелка вот так, вот, смотрите, она смотрится как блюдо какое-то. Сколько раз говорила по поводу рыбьего глаза, да, и вот там постоянно споры, что, оказывается, я использую какие-то фильтры, прям фильтры, ё-моё. Хорошо, раз я использую фильтры, получается, на Ваване они тоже применяют? Почему фильтр у меня как-то выборочно, только чисто на меня? Даже всякие вот эти программы по изменению внешности, они же всегда действуют сразу на двух людей. Да? Или как-то я себя прям подрисовываю. Тогда хорошо, раз я себя подрисовываю. Представляете, какую работу каждый день я совершаю, чтобы не забыть, где какие фильтры можно вставить, а где какие не вставлять. Представляете? А вы говорите, что я лоботряс, что работа блогера, как сказать, халява. Нет, представляете, каждый день, вот на каждый ролик, это же обработка, это же прям, знаете, вот здесь вот поменьше. То есть исключительно в кадре только вот меня зафильтровать. Вот, никого больше. А исключительно вот меня там, и прочее, да? И я прям не могу. Знаете, вот так почитаешь вот людей, которые вот просто не понимают, что такое рыбий глаз, что такое широкий угол. Для них это вообще так. Знаете, вот им говоришь, а там сверчки. Верьте. А потому что, знаете, в чем прикол? Почему не верят? Потому что люди видят, что я ем. Что я хочу, да, они считают, что синоним похудения – это исключительно страдания. Страдания, мучения, что нужно обязательно мучиться. Редиски, огурчики. Вот опять же, знаете, вот какая редисочка там туда-сюда. Это все вкусно, это овощи, клетчатка, помогает переработаться. Вот. И, соответственно, огурцы-то где? У меня просто места нету. Я переложила. Сейчас, секунду. Приду. Как так получается, что вот она ест, да, но при этом худеет. А вот мы тоже едим и не худеем. Ну, потому что очень много факторов. Во-первых, может быть, вы просто тупо не можете остановиться. Раз. То есть вот съесть там две ложки, например, этого мороженого, а не полбанки. Во-вторых, может быть, вы мало двигаетесь. Два. Мало пьете воды. Три. Мало высыпаетесь. Четыре. Понимаете? Факторов-то дофига, которые действительно. Плюс, опять же, метаболизм, возраст. Это по-разному все влияет на каждого человека. И не обязательно то, что одному помогает, поможет обязательно другому. Я говорю, я сейчас нашла баланс. И вот мои весы, на которые я стою каждый день, да, как раз тому самое подтверждение. Что вот процесс идет. Да, медленно, очень медленно. Поначалу, конечно, прям красиво все было. Быстро так хоп-хоп-хоп-хоп. Все. Чуть ли не каждый день по полкило почти отвес был. Вот, а сейчас все медленно. То в плюс, то в минус. Вот. Ну, если раньше я прям бесилась, то сейчас я это, знаете, философски воспринимаю. Вот. Для меня это просто жизнь. Вот и все. Что тут? Редиска, мороженое, что ли? И все. У меня организм нашел свой дзен. Вот так. То, что мне вот тут пытались сказать, вот ты неправильно худеешь, надо вот так вот, ну, это смешно. Каждый же проживает свою жизнь, проходит свою дорогу. У каждого свои кочки, свои там предпочтения, взгляды на жизнь.
жизнь, она у каждого своя уникальная. Блин, какой-то черный. Она мороженое, походу, да? Мороженое. Блин, сегодня, кстати, утром разбудили. У нас тут ремонт в подъезде запланировали. Ну и это, утром, короче, меня названивают. У нас у соседа, короче, стоят велики. Вот, у пацана. Ну, как пацан, он же парень. А вот, у него два велика. К там трубе какой-то, в общем, привязывает как-то. Вот. И звонят мне. Я говорю, это вообще не мое. Это вообще с другого этажа. Понимаете? Вот. И, короче, пришлось этому парню там набрать. Потому что я знаю, там, где у чё. Вот, говорю, забери велики свои. Вот. А он этот как раз. Чё, куда? Вот так. И, короче, утром просто разбудили так. Вот это вот убирайте, убирайте. А там, короче, приехали, в общем, специалисты из ближнего зарубежья. Делают у нас ремонт. Смотрю, утром стоят, шкрябают. Время 8:30. Я офигела, блин, вообще. Мне звонок. Так, прям, знаете, прям, бух. Короче, мы приняли решение, пока что этот звонок у нас кинетический звонок-то вообще удобно. Удобная вещь. Взяли, и вытащили из этого, и все. И, как говорится, идите все. И все. Так удобно, когда можно все это дело отключить и послать всех на небо за звездочкой. Вот так вот. Поэтому я говорю, Вовану, отключай. Все, нафиг они нужны. Там домофон отключить, это отключить. Если потом кто-то будет, у меня там все равно уведомление приходит, что кто-то приходил. Там по камерам уже посмотреть, кто-то был. Да и опять же, знаете, вот телефон тоже. Говорю, у меня тоже на беззвучке. Говорю, я сплю. Все, не трогайте меня. Если что-то важное, если что-то серьезное, да, я включаю все. Но когда я исключительно жду чего-то. А если никого не жду, я гостей не призглашаю. Если все, если левые люди, идите в жопу. Вот это красивое место. И все, и все. Так, сейчас сделаем Мишу глазунью. Надо все-таки сегодня выйти, нужно озон дойти. У меня там сушилка для посуды пришла. Плюс мне пришло еще этот чехол на камеру. Вот, надо забрать. Камера должна, кстати, через пару дней уже прийти. Так что-то мне не пишут. Она идет, не идет. Надо им написать, позвонить, узнать. Сказали, что до 4 ноября она должна быть у меня. Ну, не знаю. Пока что уже первое. Хотя до этого мне писали, что мы вам будем прям присылать уведомления. Где там она идет? Вон, кстати, мороженое. Вот, вчера. Ведро. Сели вчера есть. Вот. Была вот эта половина, короче, ведра. Прям буквально по паре ложек съели и убрали. Не зашло. Зато кефир выпили. Хорошо так. Кефирчика попили вкусненького. Полезно, вкусно. Несмотря на милое личико. Та-ра-та-та-та. Милое личико. Та-ра-та-та-та-ра-та-та-та. Пока-пока. Пока-пока. Что вот? Инсулинорезистентность, кстати, вот некоторые, знаете, почему не могут худеть? Инсулинорезистентность. Но инсулинорезистентность это вообще на самом деле следствие. Это не болезнь. Это вот не снимается как-то так, да? Это следствие того, что мы долгое время переедаем, лишний вес и так далее. То есть это даже как симптом, можно сказать. А вот, но на самом деле он влияет. Кстати, надо знать еще. В следующий раз пойду сдавать кровь. Надо будет обязательно сдать на инсулин. Я просто прям даже хочу проверить, в каком состоянии у меня сейчас инсулин. Вот. Потому что я уже давно не сдавала. У меня тогда, как я отменила тогда уколы, очень резко он вырос. А вот. Потом я снова, короче, ввела опять уколы. И я думаю, он у меня немножко упал. Сахар, кстати, тоже давно не проверяла. Вот. Надо провериться. А вот. Инсулин на самом деле как раз у нас и вызывает вот эти аппетиты, зажоры и прочее.
А у меня еще пирог есть, не хочу сейчас пирог. Надо его положить так, чтобы заметить. Вот как раз вот это все вызывает зажоры. И там уже, знаете, уже даже с мозгом не совладать. Так, двойное, 100%. Сейчас увидите. Смотрите. Я же даже вижу его сразу. Да, я оказалась права. Так, дальше. Тоже двойное. Знаете, какая форма нестандартная? Сейчас на 3 яйца или хватит. Нет, одинарная. Ошиблась. Зато желток больше. И вот это вот тоже двойное. Вот, точно. Спорим. Двойное. Нет. Все. Я проиграла спор. Так, ну зато желток есть большой. Все. Я стала ошибаться. Как так? Ну и пофигу. Опять же, 3 яйца разбила. 4 желтка. Видите, зато вот эти крупные такие, да, вот эти поменьше. Так что такие дела. Так, сейчас быстренько посолим все. Соль тоже полезна, нужна. Соль, белый яд. Да? Немножечко. Чтобы было. Все здесь. Яичко. Яичко. Та-та-та. Яичко. Та-та-та. Яичко. Та-ра-ра. So sweet, so beautiful. Та-ра-ра-ра. Та-ра-та-та. Девочки, все гениально и просто. И все, вы знаете, по крупицам, по мелочам вот этим собирается. Поэтому путь осилит идущий. Это знаете, как вот ты бросаешь курить, да? Вот я опять же говорю, я вот бросала курить. Я 10 лет почти курила. А как я бросила? Девчонки, я бросила так. Во-первых, у меня была мотивация, я очень хотела бросить этот раз. Вот. Во-вторых, знаете, что хотела? Хотела бросить, потому что хотела ребенка. Ну вот, к сожалению, пока что не получается. Но мотивация была, мотивация есть. И опять же, я понимаю, что если вдруг когда-нибудь случится, я надеюсь, что это случится. А вот то, что я бросила курить, это огромный плюс. Сейчас я уже этого даже не хочу совершенно. А вот плюс, опять же, я кидала и бросала по чуть-чуть, понемножку. Я не вот это сразу, и все. Просто я даже психологически понимала, вот это мне не надо. Там какие-то искал, ой, вот это вот утром там какой-нибудь кашель, там, знаете, вот это вот одышка и прочее. Это все от этого идет. Легкие там. Вот это вот. Фу. Я утром просыпалась и думаю. Во рту сухость, вот эта вот отдышка, кашля, вот это, да, это ужас какой-то. Нет, нафиг. Я уже сколько миру людям говорила, бросайте. Я сейчас бросила, я прям рад. Так что путь осилит идущий, верьте в себя, и у вас все получится. Ну а если вы считаете, что похудение, там, не знаю, работа, это все страдания, то ну, у вас другой путь. Все, увидимся в следующем выпуске. Пока.